Сейчас здесь придем. Кажется, мы совершаем набег на ваши игрушки. Эвечка увидела игрушки соседнего мальчика и пошла, конечно, разбираться, что там да к чему. Эви, где Соса, Эви? Соса ушла гулять. Ну, я, конечно, видео решила делать. Малышня. Убежали они куда-то гулять. Сейчас посмотрим, что же они там делают. Ой, Соса валяется. Соса валяется. А там Сонечка. Я ничего не вижу, что на экране. Да, нет, я Сосу не взяла, лежит, но сейчас возьму. Слушай, уже прям горячо и типа вот этим штуковинам. Доча, доча. Вот здесь они играются на травке. А травка удивительная. Она, ну, настолько толстая, как ковер на самом деле. Толстая я и травка, Сонь. Море рядом. А доча уже все, уже пошла. Вот здесь мы живем, наш номер. Доча, там, наверное, жарко. Ой, пойду спасать, а то в чужой номер собралась. Сонечка, она в чужой номер собралась.
Горячо по плитке, да и люди чужие. Пойдемте остывать, пожалуйста, под кондиционер. Не надо, кондиционер. Мне нравится ходить по травке, в принципе, если вот здесь... Хорошая под, травка, под да. Этим, под тенечком сидеть, под пальмой, то все нормально. Да, волны пошли, не было волн. Лялька так зацепилась за тебя, обезьяна самая натуральная. После штиля очень часто начинается как-то, типа, что? Ляля не доспала. Ляля не доспала, пойдем поспим. Так, смотрите, что вам покажу. Я пришла домой с пляжа, пошла, ноги помыла. И такая, понимаю, что моих-то нет. А они что делают? А они себе по травке гуляют. И идти ко мне не спешат. Вот так придешь. Вроде троем шли, а пришла одна. Шли, говорю, втроем, а пришла домой одна. Потому что тут Масёся. Что делает? Мамкает. Ма. Сову включила. Сову. У-у. Доча, доча. Что наша тебя в повидле? В повидле. Ну, кормили ж мы ее пюрешечкой. Ну, конечно, да. Да, смешно, лялька ходит. Пыталась она пойти вон там искупаться под фонтанчиками. Но нет. Да, сейчас уже приятная температура и тепло. Да, да, здесь рано садится солнце. Через час уже будет темно, ночью уже будет. Соня, помаши нам ручкой. Чапа-чапа. Это было зря. О, вот так красиво. Эви, I'm a person. Сейчас побежит по всему залу. Не принимай ее. Давай. Поджидаю Софию Викторовну из туалета. Сейчас она придет, будет ругаться, что я ее снимаю. А по-моему, это отлично. Люблю, когда София Викторовна ругается. Ну, давай, Сонечка. Смотрите-ка, смотрите-ка. Не получилась провокация. Не получилась провокация. Я говорю, сейчас Соня придет, будет ругаться. Я ошибки не было. Тащи ее, я вас сниму. Классно. Ходить за две ручки, да? Классно ходить за две ручки, да.
Дочь, давай вылазить уже из туалетной комнаты. Мы здесь уже все сделали, что хотели. Бумагу разбросали, биде поломали. Пойдем уже. Чихать она на все хотела. Смотрите, как ребенку удобно в такого плана отеле. Ну, номер именно, я имею в виду. То, что морька у нас совсем рядом, травка рядом. И она сама вон вышла из нашего номера отсюда. И пошла себе самостоятельно играть. А это ребенку, получается, вчера было 14 месяцев. То есть ей годик и 2 месяца. Она уже сама себе разбирается. Здесь вот водичка у нее стоит в ведерочке. Она сама себе играет. Потом пойдет на травку. Пришли мы в этом отеле на детскую дискотеку. А здесь стены подсвечиваются. Вон там Сонечка ходит. Пойду посмотрю, можно ли ее снять. Ну, в самом лучшем смысле этого слова. Так. Это София Викторовна. Голубит от света, видите? О, пошла к ребенку. Ну, такое здесь сейчас будет детская дискотека через 10 минут. Кстати, уже оттуда кто-то спускается, непонятно как. Здесь пока мультики показывают. А здесь наши новые друзья. Привет! B5.